Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Приглашение правительства Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Дэвид Игнатиус. Бои с самообороной армян. Мы сможем избежать нового геноцида, если будем иметь сильное армянское государство и армию. Ашот Арутюнян. Армения обратилась в суд ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Бирзорском коридоре. Новости Джавахка. Папа Франциск назвал Григория Наракаце примером вселенской солидарности. Правительство Западной Армении приглашает всех заинтересованных организаций и СМИ принять участие на церемонии поминовения жертв геноцидов против армян, которая состоится 29 апреля 2023 года в 12:00 возле мемориала в Тицернакаберте. На мероприятии с речью выступит президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян, премьер-министр Седа Меликян, историки и эксперты. Для обратной связи можно связаться по телефону 060-52-19-20. Вход свободный. Уроженцы Западной Армении Дэвид Игнатиус. Игнатиус родился и вырос в Массачусетсе. Отец Игнатиуса был министром военно-морского флота США. Предки по отцовской линии были одними из тех, кто пережил геноцид против армян. Игнатиус – журналист, обладающий многолетним опытом, пользующийся большим уважением. Публиковал статьи о международных отношениях и службе разведки. Будучи журналистом «Вашингтон-Пост», публиковал статьи в «The New Yorker», «The Atlantic» and «Foreign Affairs». Автор бестселлеров «New York Times», одним из которых впоследствии стал основой для фильма режиссера Ридли Скотта «Пакет подделок» с Леонардо Ди Каприо и Расселом Кроу в главных ролях. Бои с самообороной армян. Подвигов у Макартыча много, как до начала самообороны Урфы, так и во время самообороны. 10 октября во время одного из боев, когда вражеские пушки совершали непоправимые разрушения, командир самообороны Урфы нашел удивительный и смелый метод. Чтобы пресечь атаку, вошел в большую бочку и покатился по склону в направлении пушки. Прежде чем турки поняли, что происходит, Йотнех Парян выпрыгнул из бочки, убил пушечников, сделав непригодные пушки и удалился. В ходе одного из 25-дневных боев в Урфе работала артиллерия. Ночью разъяренная толпа под руководством войска перешла в наступление и вскоре захватила католическую церковь, которая была окружена армянскими позициями. Пока все были в недоумении от этого провала, выяснилось, что Макартыч был только рад этому. Переполненный церковный двор и неописуемо воодушевленный успехом толпа по приказу Макартыча вскоре под потоком барсков с двух сторон начала уничтожаться. Те, которые пытались сбежать, были убиты прицельным огнем с окружающих позиций. В эфире телеканала Western Armenia TV историк, председатель земляческого союза Шуши Ашот Арутюнян рассказал о мотивах организации геноцида и последствиях его непризнания. 44-дневная Арцахская война – это продолжение геноцида. Он будет продолжаться до тех пор, пока наш народ не извлечет уроки из нашей истории. Это вопрос борьбы за выживание – турки или мы. Если армянский народ осознает, что должен надеяться только на себя, то он победит. Касаясь установки Азербайджаном незаконного КПП на дороге в Бердзор, историк отметил, серьезные проблемы, стоящие перед армянством, начались после 44-дневной войны. Установка КПП – одно из геноцидальных деяний, это территория Арцаха, ни одна оккупационная сила не имеет права совершать незаконные действия. Алиевский режим тем самым желает поставить Арцах на колени, подчинив азербайджанскому господству. Мы можем избежать нового геноцида, если будет сильное армянское государство и армия. Нужно приложить усилия, чтобы объединить все армянство. Армения направила иск против Азербайджана в Международный суд ООН из-за установки им КПП в Бирзорском коридоре. Об этом сообщила пресс-секретарь Офиса представителя Армении по международным юридическим вопросам Асмик Самвелян. Армянская сторона обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления Азербайджаном КПП у реки Акари, что является нарушением решения суда от 22 февраля 2023 года, рассказала ТАСС госпожа Самвелян. Во время объединенного заседания комиссии Сакрибулу Ахакалакского муниципалитета заместитель председателя Сакрибулу сделал предложение взять на местное финансирование дом-музей Дживани в Карцахе. Предложение было записано для дальнейшего обсуждения. Напомним, что дом-музей Дживани был открыт на 170-летие Ашура 27 августа 2016 года при поддержке фонда «Поддержка Джавахетти». В вопросе создания музея местные власти Ахакалаки также имеют свой вклад. Музей содержит фонд поддержки Джавахетти. В муниципалитете Сакрибулу Ахакалаки составило совместное заседание комиссии, на котором обсуждался вопрос выделения дополнительных средств на строительство спортивных и футбольных площадок. Пакет изменений направлен на заседание бюро для дальнейшего утверждения районным собранием.
Начальный участок автодороги международного значения Хакалаки-Карцахи, также многие участки подкрыты труднопроходимыми участками. Дорога, построенная в 2010 году, нуждается в восстановлении. После капитального ремонта не проводилось. В некоторых районах был проведен частичный ремонт. Заместитель руководителя дорожного агентства Павле Камлелидзе сообщил Джинес, что мы работаем над решением проблемы, планируем благоустроить участок дороги Дадеш-Карцах. Утром 26 апреля на площади Святого Петра во время катехизических наставлений Папа Римский Франциск назвал армянского богослова и философа Григора Наракаци вселенским посредником солидарности. Как сообщает Армянпресс на странице Facebook посольства Армении, в Святом Престоле сообщается, что говоря о сборнике молитв «Книга скорбных песнопений», Папа Франциск сказал: «Святой Григор Наракаци был армянским монахом, который оставил нам молитвенник, ассимилирующую веру армянского народа. Григор Наракаци – блестящий пример всемирной всеобщей любви». Его святейшество также отметил, что армянский монах всю жизнь прожил в монастыре Нарекка, где он научился внимательно исследовать глубины человеческой души, объединив молитву и стихотворение, ознаменовал кульминацию как армянской литературы, так и армянского духовного наследия. Речь Папы Римского о армянском святом Vatican News отражена почти на 4 десятках языках, в том числе на западноармянском, английском, французском, португальском, русском. Как сообщает источник, 12 апреля 2015 года во время литургии, посвященный столетию геноцида армян, в соборе Святого Петра Ватикана Папа объявил армянского средневекового богослова учителем Вселенской Церкви, а 2 февраля 2021 года указом Папы Франциска 27 февраля было включено в основной календарь Ватикана как День памяти святого Григора Наракаци. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении Мани Григорян. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!